Ребята, всем удачи по Лахмачи. Проезжаем город Гамбург, а именно порт Гамбурга. Вот смотрите, это самый главный их терминал, то есть стоянка огромных контейнеровозов. Это город в городе. Город Гамбург, родина Ангелы Меркель. Порт морской города Гамбурга. Один из самых больших и главных не только всей Германии, но и всей Европы. Это просто огромная территория со своей инфраструктурой. Не удивлюсь, если там даже могут ходить какие-нибудь автобусы или микроавтобусы, как общественный транспорт со своей инфраструктурой, дорожного движения, дорожными знаками и так далее. Вот, смотрите, внутри стоят также ветряки. Они же, получается, которые вырабатывают электричество. Я-то еду уже давно, и только в голову пришло снять порт города Гамбург, огромнейшая территория. Здесь, смотрите, на дороге пробка, здесь идет строительство уже не первый год, и еще будет, к сожалению, идти 5 лет. Это выезд из Гамбурга со стороны Дании. Здесь у нас уже пробка закончилась, мы с той стороны туннеля стояли в пробке. Туннель, если вы понимали, над рекой Эльба. А вот смотрите, слева стоит пробище, уже давным-давно едем, только голову пришлось снять. Это на заезд в Гамбург, получается, с юга на север. Мы идем с севера на юг, на Францию. Всем удачи по Лахмачи, пока!